В автоматическом режиме газоанализаторы здесь, которые стоят, они передают, проводят замеры каждые 20 минут. То есть в сутках 72 пробы. Эта информация онлайн идет на компьютерную базу, которая в посту, и передается в центр сбора информации, центра экологического мониторинга. Сейчас у нас 8 стационарных постов Росгидромета в регионе, плюс 3 поста уже Челябинской области. И мы в 2020 году, до конца года, планируем еще 6 постов открыть. Самое главное, что мы с этой информацией делаем. Понятно, что мониторим, понятно, что получаем данные. Данные эти должны обрабатываться. Вот в рамках этой системы, которую мы выстраиваем. Кстати, мы это прописываем и в экологическом стандарте Челябинской области, который мы по поручению губернатора разрабатываем. Мы там прописываем этот блок, связанный с тем, чтобы эта информация, которая приходит с постов, она была доступна каждому жителю.